Привет, друзья! И мы продолжаем нашу великолепную прогулку сегодня в красивом месте, в красивый летний день. Вот, приехали мы опять на берег нашего Соланд. Вот, сейчас вам покажу панорамку. Вот, смотрите вам, пожалуйста. Это вот станция Lifeboat, спасательная. Я вам ее уже как-то показывала в одних из своих первых видео. Вот там стоит большая лодка с огромными, очень сильными, тремя или четырьмя даже моторами скоростными. Вот видите, там вниз спуск такой на воду. И вот если что-то случается, где-то какая-то аварийная ситуация, кто-то тонет, терпит бедствие, ну вот это срочно бегут вот по этому мостику. Может быть, даже на машине, я не знаю, едут. Значит, спасатели, они усаживаются в эту лодку, бабах, нажимают там какие-то рычаги, эта лодка вот по этому трапу спускается в воду, и они помчались на помощь на своих огромных, мощных четырех моторах, да, легком-легком, вот таком вот спасательном суденышке. Вот так это происходит, друзья. А это вот опять вид на наши форты, их тут три, видите. Один-два их видно сразу, вот там вдалеке. А третий вон. Туда вот на горизонт, туда уже ближе к мейнленду. Его практически видно редко. Но сегодня видимость прекрасная, и вот можно посмотреть. Там рядом, я помню, тоже на берегу, да. А где, не помню. Ну вот, много красивых мест. Вот мы сейчас разговариваем, как раз куда еще нам съездить, посмотреть что-то. Очень много красивых мест на нашем острове, друзья. Но мы, видите, немножко не знаем все. Будем постепенно с вами вместе узнавать. Ну вот, и мы дошли здесь, видите, такой был пирсик, а потом дальше там по камням идти как-то не хочется. Сейчас немножко пройдемся, еще вам кое-что покажу. Так, ну а вот, друзья, еще один, кстати, вот такой вот, как сказать... маленький кемпинг. Это опять вот такие домики. Они в райде у нас, я вам показывала, там только инвентарь хранится, совсем они малюсенькие. А здесь, видите, они уже с окошками такие. И уже они тут вот с какими-то такими типа пати, приступочки, балкончики. Вот когда мы шли туда, там люди сидели прям вот здесь на солнечной этой лужайке. Целая семья приехала. Вот есть еще такие вот эти вот home, mobile home house, то есть летние домики, holiday place. Вот они, видите, здесь даже лучше расположены, потому что они практически на самом берегу. Вот здесь спуск к воде, пожалуйста, купаться. Все здесь рядом. Вот такие вот домики, малюсенькие, как вы видите, да? Что там? Там, по-моему, даже, ну, может быть, кровати можно позвонить. Ну, конечно, никто там не ночует, это только приезжает вот так вот отдохнуть на целый день, может быть. Барбекю здесь нельзя, опять же, просто вот сидеть в шезлонгах. Вот такой домик стоит 15-20 тысяч фунтов. И вот, и при том, что, понимаете, эти домики же тоже вы просто так не поставите. Вот их надо, специальная территория вот для них. Вы можете его купить только вот, чтобы он уже здесь стоял с землей. Еще и за землю платите. Ну вот, я вам показала маленько. Показала вам немножко, как это выглядит. Вот там люди уже уходят, они загорали. А это вот кафе очередное на берегу. Кстати, здесь... осенью можно поесть прекрасных крабов и лобстеров. Дороговато, конечно, но вкусно очень.